Два ты говоришь, что пился, я Максово. Привет, нам всем привет. Поздороваться с вами. И представиться. Здороваемся. А меня зовут Максим Свобода. Очень приятно. И мы ответим на любые вопросы, которые сейчас будут. Для журнала ВМЖ. 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 Нудить без конца. А, я ее уже придумал. Это я придумал, это же моя суперспособность. Так я, Максим Свобода. Точно, блин, прости, все, я понял. А я тогда мир во всем мире, радость всего и легализацию. Это нельзя говорить? Декриминализацию. Разные вещи. А в чем разница? Легализация, это что такое? Что? А ты о чем вообще? Почему асфальт? Я не знаю. Потому что дорожные рабочие очень грустные, и им нравится делать это в дождь. Больше всего бесит, когда хорошая погода, солнечная, и люди вокруг радуются. Да, потому что он — это я. Почему круглая, квадратная? Это почему мы стоим в пальмах, в шапке и в куртках? Почему? Подожди, отвечай на его поставленный вопрос. Я отвечаю. Почему пицца квадратная с коробкой? Потому что... Можно позвонить другу? 50 на 50 должно быть. Грустное небо, дождь... Она же говорит, неправду говорить надо, типа смешно что-то. А, точно. А ты говоришь, как есть. Тогда дорожные рабочие, кладущие асфальт в дождь. И квадратная пицца. И квадратная пицца тоже. Мне нравится мягкость, вот, ну, вот так вот, вкусность и запах вкусный. Это три качества, которые ты ценишь больше всего? Ну, прикольно. Вкусность. Вкусность, мягкость и ароматичность. Ароматичность. Да. Я не слышал новостей о себе давненько. Подкиньте парочку, пожалуйста, в комментариях. Нормальный вопрос. Самое сложное в работе с PLC — это понять, что он все-таки прав очень часто. Вот. И мне это, ну, никак не получается, не удается. Потом постоянно приходится гундеть, ныть и жаловаться. И пить. Самое сложное в работе с Максом, вот этим очень хорошим человеком, красивым. Но самое, во-первых, сложное, что он красивее, чем я. И я постоянно, когда с ним встречаюсь, мне грустно становится. Угу. Усы, как бы, опять же, у него лучше, чем у меня, растут. Подожди, усы у PLC лучше растут? Нет, наоборот, ты смотришь на Макса. Когда, точнее, я PLC смотрю на Макса, и я как бы смотрю на его усы, которые он даже не старается отрастить, и понимаю, что вот он не старается, они лучше даже, чем... Я забыл, ты говоришь про меня или про себя? Я говорю от твоего лица про себя. А визуально ты меня представляешь в этот момент или себя? Себя. Тебя, в смысле. Меня? Да. А, то есть, типа, я Макс Свобода с внешностью своей? Да. У меня вот эта вот обезьянка с тарелками. Мама Шикидан у меня звучит. Ага, я думал, он мама Шивая. Нет, он мама Шикидан. Такая постоянно, каждый день. Можете к доктору сходить? Обратитесь к специалисту. Это Свобода и PLC. Мы ответим на любые ваши вопросы.